выходит патрулирование сухопутное совместно с пропускным пунктом. Выходит оттуда два человека, мы отходим отсюда два человека, идем по набережной, наблюдаем пересечение границы на воде. То есть та же самая контрабанда, незаконный выход лодок на воду. В случае обнаружения незаконной лодки мы выплываем на воду. Производится задержание. Это его паспорт. Да, это его паспорт. Основная контрабанда идет по плавню. То есть либо шланги, либо переброс, это подъезд. Здесь очень много, здесь перепады высот, то есть проконтролировать. Там перепад высот где-то порядка 350-370 метров. То есть проконтролировать этот участок очень сложно. Приходится работать мобильными группами, перекрывать это все. В основном идет эта контрабанда спирта и сигарет. Это украинское у нас село получается. На той стороне находится у нас, ну, Приднестровье. Находимся на этой дороге из Молдавии, куда она. Ну, здесь одни молдаваны, приднестровцы, россиян. Ну, все. Ну, чуть трохи прохладнее, а в день то жарко. Доброго дня, Державна прикордонна служба. Покажіть документи по свідчу вашого особи. Пожалуйста. Дана машина. Баленечка, откройте, пожалуйста, посмотрим. Дочка там старшая, приданная. Куда подержим? На спину. Понятно. Выдадим замуж. Все, счастливо, здоровья вам. Спасибо и вам удачи.